Чем только не занимается автоцентр «Фаворит», который располагается на выезде из города Магнитогорска в сторону озера Соленое. И автомойка, и для грузовиков в том числе. Огромный сервисный бокс, шины, аккумуляторы, масла, весь ассортимент запасных частей для отечественного автопрома. А теперь еще и запчасти для иномарок. Ну что ж, поздравляем. Автоцентр «Фаворит» действительно стал автоцентром, куда могут приехать действительно все. Ну что, опять пауки? Ну так, чуть-чуть. Потому как ситуация, в которой находится провинция, достала. А именно, подвальчики, закуточки и подъездики, в коих ютятся продавцы запчастей. Причем наличия-то нет, в 90% случаев все под заказ. Там они крутят 300% и скулят при виде телевизионной звезды от разочарования после работы с газетенками и радио. Ну да ладно, если «Фаворит» разменяет нас на это, разговор будет другой. Сейчас «Фаворит» мощью своей решил влиться в рынок запчастей на иномарки. Можно долго спорить о том, что было вперед, яйцо или курица. Но объективность дня сегодняшнего говорит, что не запчасти делают под автомобиль, а автомобиль делают под запчасти. Потому что сколько бы ни было конструкция, все оно в принципе одинаковое. То есть спереди Макферсон, сзади многорычажка, куча сайлентблоков, рулевых наконечников, линков. И, кстати, пыльников на гранаты. «Фаворит» занялся запасными частями, ну, престижа ради, все-таки интереснее, когда серьезная контора и есть еще и подразделение. Но мой вам добрый совет. Если у вас что-то забрякало, да, придите сюда, да посмотрите, может быть, есть еще и в наличии. Потому что на такие вещи, как на Hyundai, там, ну, вот это, то, что каждый день ездит, есть. А вот на остальное, вот, к примеру, я посмотрел и обнаружил. Вот такую штуку практически я себе могу поставить легко в автомобиль 91 года выпуска. И если грамотно заняться, то можно решить все проблемы с мелочью для иномарок. Потому как площадей хватает, а эксклюзив – это достаточная редкость. Еще раз напомню тем, кто торгует оригиналом, точнее впаривает оригинал. Не существует оригинальных запасных частей. Зато существуют фирмы, которые делают все. Вот за этим надо сюда обязательно приехать. Если у вас загудел подшипник на ступице, то в наличии много чего есть вместе со ступицами. Кстати, скоро сезон шиномонтажа, и если ваш шиномонтажник сломал шпильку, то можно подобрать из наличия. То есть взять просто ступицу, вышибить шпильку и поставить себе. Ну да ладно, тема очень актуальная, будет еще и в скором времени следующая, то есть свечки. Свечки на нашем бензине долго не ходят. Вот, как показала практика, если это не американский двигатель, а японский, то 5000, 10 тысяч километров и все. Абсолютно нет необходимости брать иридиевые и платиновые. Спокойно, обыкновенные подойдут, они здесь в наличии есть. Поменяли, машина задергалась, и потом опять поменяли. Ну и вот коллекция помпы. Практически на все распространенные автомобили. Еще раз напоминаю, машины делаются под запчасти, чтобы было удобно эксплуатировать. И большинство ремешков в наличии, например, это тоже правило. И ступичные подшипники не такая уж сложность. Но если чего нет, то заказать-то можно легко. Конечно, можно сегодня и сейчас выбрать автомобиль, который не будет вас напрягать. Такие машины есть. Это Toyota, Ford, Nissan. Ну, в общем, недорогие иномарки, которые с успехом вас перемещают из пункта А в пункт Б. Конечно, это не сверхмощные автомобили, но зато и проблем нету. Зато и проблем с запчастями нету, потому что есть автоцентр «Фаворит», который располагается здесь, на выезде в сторону озера Соленое. И вы, теперь уже, ну, поняв, что машина должна быть именно транспортным средством, а не средством роскоши, можете спокойно дальше существовать, приезжая в этот замечательный, теперь уже полноценный автоцентр.